Все, Леха, все, финиш? Не, едем же дальше, поехали дальше. А, едем? Я думал, ты домой уже. Не, пока рано. В это время ты домой уже едешь. Давай, 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 машину. Вот эта Нива, которая может. На ОТ-шке, на маленькой, да? Да, 28-й. 28-й, да? Да. Вот так вот. Потом рассказывайте, внедорожники, Тойоты, Ниссаны, блин, УАЗы и Нивы. Есть песня такая. Сразу потеем. С погодой как повезло, какие места, какая была погода шикарная. Зимы, наверное, уже не будет. Хотя все может быть. Ой, я тут летом купался. Классное место. Тут когда все по-другому было совсем. Запорожцы тут ездили без проблем. Что-то Чероки опять не выдержал. Поехали обратно. А что случилось? Что-то нырнул, может, опять неудачно. Грань Чероки. А. Что-то не... Классная тачка. Классная тачка. Но когда у Паши была белая Нива, он так дубасил на ней. А какая? Обычная? 213. А, тайга? Угу. Дубасил он на ней. Не то, что на Чероке, да? Да и на Чероке дубасит, но он не дубасится что-то. Дубасится, но недолго. Не, ну надо шноркель, чтобы был, конечно, тут, ну, мокровато. Не, сейчас тоже без шноркеля откинут. Откинут, да? Да, на жаровне едем. Не, ну, что-то, что-то там не то, он, видишь, уже все стоят. Спасают. А, он застрял. Да. Не, он, да, он просто застрял. Просто застрял. А вот Нива. За 420. За 420 тысяч долларов. 10 биткоинов она Ромычу обошлась. Ты знаешь, Лень? Да, ты говорил. Да. Нет, ты говорил 6. 6 на 4 тюнинга. А. Ну, шины, диски. Итого 10 вышло. Там Гудиер с Америки, он модный, посмотри, какой. АТ-шка тоже, ну такая четкая АТ-шка, ага. Вообще очень правильная. Так, Чероки. Копается. Гранд Чероки пробует. Пробует выехать. И тут как, какая-то машина появилась в кадре. Вместе с Дедушкой Морозом, который не пришел в этом году к нам. Была у него белая Нива. А, Олег его вытащил назад. Белая Нива поехала в объезд. Ну что, ждем? Ну да, давай сейчас пусть проедет же куда-то. Перезаезд делает. Второй шанс. А нет, по камышам. Так, Михалыч по камышам. Не, ну там не так просто все для тяжелых машин. По камышам там взрослое болото. А нет, это он на задке, видно, глумился, понял? Ну да. Я уже подумал, что-то не то. А, все. Понятно. Да, все. Велосипедист подудивился, наверное, этой дороге. Тоже оффроуд лесопед. Да, да. Лесопедный джипер. О, сколько салата. Смотри, она сейчас забросает болотом на заднем приводе. Ну, пустим вперед его дальше. Да. Видишь, что творит? Да. Нивы уже здесь. Ух, Михалыч как дубасит. На заднем, посмотри, что делает. Мы на полном. Ого! Пошла, ну вперед, 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 да, чуть-чуть не видно. Ромыч пошел. Так. Ого. Включил? Да. Ё-моё. Ёлки-палки, мы едем, мы едем, мы едем. Круто. Круто. Не, ну это уровень. Давай за Леней Михайлович. Сейчас, сейчас, сейчас. Давай. Ха-ха-ха.
вот, бля. Ты видел, что делает? Беспредельщик какой-то просто. Да, 100%. Так и хочет унизить всех на заднем приводе. Да. Блин, классно, идем. А ну давай. Что там? О, стой, там Нивы стоят еще. Поеду. Включил заднюю. А Макс там еще. Что это, блин? Очкуют? Не знаю. Очкуют немножко глубоковато местами. Ну, маршрут интересный. Так, патрол пошел. Ох ты, елки. Прошел. Прошел. Угу. Чуть-чуть можешь еще назад. Еще? Чуть-чуть, плавно только, если можешь. Да. Есть? Прошел, да, хорошо так. Патрол пробирается. Если патрол проехал, то Макса не остановишь, наверное. Вот и Макс. Короче, остался весь легендарный автопром на том берегу. Land Rover, Grand Cherokee, Chevrolet K5, ну и Нива одна. А это K5, это аналог Бронко? Ну да, да, типа, похож. Что, Черокес полез? Да, вроде как. Сейчас смотрим. Ё-моё, все. Он на... Не все, едет. Ну, надо учесть тоже, отдать должное, он на зимней резине. Да. Не на семинарах, не на... Даже не на зимней, на какой-то вообще там... Ну да. Полулетней, я бы сказал. На шоссе, ну, не шоссе, там такая есть, типа, перед АТ-шкой, которая идет, ну, понял? Да. Ну, поэтому, как бы, надо отдать должное. Да, да. Нормально дубасит, да? Так, Макс. Discovery. Ёлки, К5 поехал. И Макс поехал. Все поехали, короче. Нива только куда-то сдрысла. Ну, Нива там немножко не готова. Да не, нормально. Вот это крутяк сегодня у нас. Такой ассортимент. Ого. Мало где есть. Ого, как пошел. Да, да. По-богатому Серега сегодня дал, говорит, у меня лайтовая машина. Смотрите на него. Что ты там? Что ты не включил? Чуть заднюю не включил, да? Ты знаешь, что у меня эта машина не доходит? Да я знаю, да, да, красавчик. Нормально. Легенды мирового автопрома. Да, сейчас мы там их встретим. Три возле легенды. Лужи какой-то. Да. Интересный сюжет. Да, да. Ёлки, тут четко мы едем за легендарной машиной. Посмотри, как она едет. Там 5,7, кстати. Угу. V8. Вообще красиво. Очень делали красиво. Когда-то тачки. Салон огромный такой, вообще широченный. А мне нравится, что они, да, длинные, но они идут типа купешек. Да. Ну, она относительно не длинная. Ну как, длинная, конечно, по сравнению с Нивой. Хорошая машина. Да, такой нормальный маршрут по этой погоде. Мы тут по зиме катались как-то, ЛуАЗ был, ГАЗ-69. Кстати, как ЛуАЗ вот такое проходил. Ой, что тебе сказать, ЛуАЗ, в чем там ситуация? Да, тяжело проходил, морда длинная, свес.
А это морда самое, тяжелая. То, что он на редукторах не помогал ему. Не помогает, ты понимаешь, да. Там у него проблема с развесовкой, длинная морда. Как мы хорошо едем. Ага, вот эти горбики. Вот я только вспомнил про это место. И мы тут ЛуАЗ и 69-й заезжали на самый верх по снегу. На вот эти бугры, вот там, где Леня сейчас стоит. Ага, вот тут уже... А, или вот тут заезжали, я уже так плохо помню. Ну, все было белым, красивым. Ну, вот и оффроуд. Ты застрял или что, Вова? А, он застрял? Да, всего 2,2 объем. Great Wall. Попробуем подняться. Ну, тут почти вертикаль такая. Мы тут зимой как-то по сугробам тогда на ЛуАЗе. Ты был тогда? Ха-ха, красавчик. Красивое место. Подтянулся мировой автопром. Нива не повисла. Не повисла. Поменял траекторию, правильно. Красавчик. Я хотел сказать, он сам. Так он так и сделал. Дельфин, видите, как ползет тяжело. Лене несложно. Макс должен отстоять сейчас честь Великобритании. У королевы, наверное, даже такая машина есть или была. Да, блокировочки работают. Задняя конкретно. Тирановская. Тут продолжает. Хороший спецучасток. Здесь тоже такой круг можно сделать на этих горбах. Вообще местность идеальная. Очень разнообразная. Так, Паше будет сложно на этих шинах. Уже скользко. Блин, что-то там опасно. Ребенка? Ну, можешь лучше высадить, конечно. Так, Леня. Тут вертикальная горка. Еще из-за травы не видно, что там толком. Леня здесь. Вертикаль. Чёлки-палки, выехал. Охренеть, а как он это сделал? Как он это сделал? Просто въехал. Крис, стой, стой, скажи, чтобы постоял. Стой, стой, Леня, стой. У тебя приз, Леня. Конфета с белым крестиком, приз. А можешь еще раз второй? Ты? Леня, теперь ты проедешь везде, начинай смоктать. Не-не, я не умею. Тогда лежи. Тогда лежи. Так, Great Wall. Это ребенок. Я в шоке. Детство привык. Жесткий, жесткий пацан. Да, ребенок привыкает. Ого, пошел. Посмотри, что делает.
И один, и второй. Не могу одновременно, надо две камеры уже брать, одна, чтобы назад снимала. Одна в жопе, чтобы была, вторая на угол. Да. Посмотри, что творит. Теряешь ход, просто теряешь, Паш. Надо колеса поменять, это не дело. Так, Макс с ребенком. Заехать, с ним заехал, теперь пешком надо еще с ним походить, чтобы он привыкал тоже к ходьбе, да? А вот. Белая. Не хватает Ливенса гранду. Ёханый бабай, блин. Toyota, Nissan, Land Rover. Только Нива и Самурай. Две машины есть на свете. Ё-моё. И Гранд Чероки. Хоть безопасно не задавят, да, мы стоим? Это, вот это шикарные места. Бесподобные. Еще оно все влажненькое такое. Видите, дерн сдирают. Пацаны, коронавирус, разойдите. Что вы стоите? По 2 метра сделайте дистанцию. Смотри, третью горку будет. Нифига себе. А он вот. Еще не ломал, не? А не, она не ломает. Не ломалась еще, да? Да, она крепко. Мак, да ты что? Пороги погнулись. Как тебя сливало? Лево, 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 руль! Стой, стой! Давай, давай, еще, лево, еще. Подровняй назад вправо. Назад и налево, руль, да. Назад вправо. Никого не слушай, руль влево. Еще. Теперь влево руль, теперь влево вперед. Ломал. Блин, это вообще, Макс, слышишь? Мне кажется, надо всем купить Нивы. Или рано я. Вправо руль, руль вправо. Еще чуть-чуть вперед. Чуть-чуть. Все, ходом теперь. Чуть с разгону давай. Чуть назад. Назад. Еще чуть-чуть, не можно. Блин. Ого, подожди, колеса в воздухе. Все, нормально. Четкий аппарат. Правее руль. Право руль и все. Право руль и вперед. Все, давай. Право вперед. Чуть-чуть право руль. Еще. И поехал. Еще. Подвески. Ёхали, бабай. Это маньяк, да? Просто Нива на 28-й АТ-шке. Видишь, чувствует машину хорошо, едет. Нива везде выехала, и за тобой выехала. Третью горку, Лёнь. Лёня, ищи горку, давай там. Лёня, давай там. Там Нива не выехала.